Пешком или на общественном транспорте в России сегодня отметили день отказа от автомобиля. Так, в Новосибирске водителям, которые оставили свою машину, предложили проехать в метро бесплатно. Всем, кто показывал ключ от автомобиля, дарили сувениры. К середине дня обладателей подарков было несколько тысяч. Правда, неизвестно, кто из них действительно специально отказался от автомобиля, а кто, как и каждый день, доезжает до ближайшей станции на машине, а затем спускается в метро. Правда, без заторов на дорогах даже в день отказа от автомобиля не обошлось. Загруженность трасс в утренний час пик составила 7 баллов.